хочется акробатики направить. Вот такой ежедневный путь с препятствиями преодолевали сотрудники детской библиотеки на Шукшина. Помощь – лишь сомнительная табличка со словами «заботы». Но узнав о нашем визите, объявление по поручению директора заменили, вход перекрыли. В порядке исключения мы все же прошли. Если взрослый человек еще может здесь пройти, перешагнув рухнувший участок, то дети, которые приходят в эту библиотеку сдать книги или взять учебники, каждый раз вынуждены преодолевать полосу препятствий на свой страх и риск. Сотрудники библиотеки рассказали, что учреждение готовили к открытию, несмотря на аварийное состояние лестницы. А за просьбу ее восстановить боялись поплатиться увольнением, поэтому и молчали. А обратиться-то сами почему боитесь? Потому что боимся потерять работу, боимся преследований. Как это у нас делается в государстве? Директора боитесь, что ли? Ну, вообще, наверное, директор. Нам сказали, что она очень дорого обойдется, никто ее ремонтировать не хочет, проще закрыть нас. Оказалось, ремонта требует не только лестница. Протекает потолок, трещины в стенах, напольное покрытие оставляет желать лучшего. Еще до пандемии каждый день сюда приходили сотни детей. Этот плакат на стене воспринимали как цитату. Теперь ждут, когда наконец распахнутся двери, к которым можно будет подойти, не рискуя здоровьем. Маленьким там вообще невыносимо пройти. Развернулась и назад пошла с книжкой старшего ребенка. Библиотека должна быть. У меня внучка вот записана здесь, ходит сюда в библиотеку, берет книги. Не хотят деньги сюда вкладывать. Вот это самая востребованная библиотека. Мои дочери сюда ходят. Но то ли после нашего обращения в мэрию, то ли после визита в библиотеку лестничный проем все же обещали восстановить. Свой срок лестница уже изжила. Устанавливали при строительстве дома, это около 40 лет назад. Стоимость крыльца составляет, значит, восстановительных, а замены лестничного марша составляет 207 тысяч. Вот, это с облагораживанием немножко территории, значит, с установкой разных там опор, подпор. Вот. Найден был подрядчик, но не заключен контракт. Директор библиотечной системы заверила нас, что деньги на ремонт лестницы все же найдут. В самой библиотеке, по словам Юлии Базуевой, готовы и косметический ремонт провести. К работам обещают приступить уже в июле, сдать объект до сентября. Мария Микшута, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.